рады приветствовать вас, дорогие друзья, на концерте Чувашской государственной академической симфонической капеллы. 16 декабря 1770 года в немецком городе Бонне родился композитор, которому вот уже более 200 лет определение иное, чем «великий», неприменимо. Имя ему – Людвиг ван Бетховен. В его творчестве соединилось все лучшее, что было создано в добетховенскую эпоху. Все, что писали композиторы до него. И строгая полифония возрождения в мотетах Палестрины, и яркие барочные образы Вивальди, и гении Баха и Моцарта. И без него, без его музыки невозможно представить себе, как без грандиозного фундамента колоссальный готический собор. Не было бы без его музыки ни романтической симфонии Брамса, ни глубочайшего психологизма Чайковского, ни колокольного звона Рахманинова. В чем же секрет музыки Бетховена? Что позволяет нам давать столь высокую оценку его музыке, определяя его место в мировой музыкальной культуре? Нет однозначного ответа на этот вопрос, но это, безусловно, потрясающее эмоциональное воздействие его музыки, сила этого воздействия, глубочайшее философско-интеллектуальное содержание его музыки и смелость новаторских решений. Не стоит, однако, думать, что каждое произведение Бетховена наделено столь высокими качествами. Как и всякий композитор, он учился, ошибался, искал, и на этапах этого поиска создавались шедевры. Сегодня мы играем Бетховена не только потому, что отмечаем его юбилей. Сегодня, когда каждому из нас так необходима забота, так необходима поддержка, так необходим пример и надежда в нашей каждодневной тревоге за себя и за своих близких, именно музыка Бетховена дарит нам веру и надежду в то, что для человеческого сообщества нет ничего невозможного, что главное в жизни человека – это вера в счастье, мир и любовь. Бетховен. Симфония до минор номер 5. В 4 частях. Аллегро кон брио, анданте, Аллегро, Аллегро Престо. Части следуют без перерыва. Исполняет симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Дирижер – народный артист Российской Федерации Марис Яклашкин.
Thank you.